Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 17 июня 2024 года. Мои обезьянки бегают. Будет большая обезьяна. На улице 25 градусов тепла. Будет вроде бы солнышко. Утром прошел дождь. Хочу вам показать консервацию, которая моя пойдет на помойку. Не осилили, не поели. Почему не оставляю на второй год? Потому что у нас плохой подвал. Крышки поржавели. Это уже консервация, опасно есть. Очень даже опасно. Вот это вот больших, вот это холодной водой залиты. Очень вкусные огурчики. Видите, какие красавчики. Но никто не хочет есть. За зиму наелись, было 100 банок. Уже все, категорически отказались. И в теплице пошли свои огурчики. Вот это все на выкид. Вот баллон какой хороший. А это горчица. Это не плесень. Это горчица. Огурцы в горчице. Эти вот банки у меня консервированные. Даже и с помидорами. Все это идет на выкид. Что? А это неплохие банки. Но и то, что они храниться не будут, они вон ржавые, видишь? Уже все. Может, не дай бог, бутулезен попадет туда и все, да. Не ругайся. Люди смотрят. Да. Вот видите, как гоняет. Ну. Но это не дело. Дружбы между собакой и котами нету. Поэтому собачонку я это забрала у дочери. Она была в отъезде, на время взяла. Теперь повезу его назад. Повезу его назад. Ну что, мои дорогие друзья, покажу вам подвал, который буду сейчас выметать, вычищать. Всю большую тару, трехлитровые, двухлитровые банки я в дом на потолок отнесу. А тут проверяльщики проверяют. Да? Темно, конечно, но тут проверяют. Оставлю только одни литровые и полтора литровые. Литровые буду огурчики закрывать, полтора литровые помидоры. Все, свекла моя на помойку. И что я сделаю? Ой, не разбейте, коты, а то потом склянки выбрасывать, руки обрезаю. Ничего белить не буду, сырости делать. У меня он мокро, подвал мокрый. Просто веником все хорошо смету. И все. Сейчас вынесу все эти банки, смету веником, постелю спанбонд на эти вот. И открытый будет у меня подвал. Только когда сыро, буду закрывать. А когда жарко, буду открывать, чтобы он хорошо проветривался. Ничего не держится. Все облетает. Вот видите, что? О, нет смысла. И глиной, и краской, и все отлетает из-за сырости. Так что сейчас хорошо все обдеру, потом покажу вам, мои дорогие друзья, конечный результат. Ну что, метлу вам давать? А? Цыпляты, давать вам метлу? Будете помогать? Какие же они интересные, какие они сладкие, а? Какие они хорошенькие мои. Цыплятки. Ну что, покажу конечный результат, когда сделаю идеальную уборку. Заходите, заходите, помощники, заходите. Заходите, сейчас метлу принесу. Сейчас будем метлой обрабатывать. Жулька, иди помогай. Агрессивный, злой такой мальчик. Приходится мне возвращать дочери назад. Думала, он помирится с котиками, будет бегать на свежем воздухе. А он вчера чуть не растерзал котеночка и взрослого кота. Я же ужас, волосы у меня, грубо говоря, дыбом поднялись от испуга. Я спасла, один забился кот наверх на дерево, а другой трясся, не могла успокоить. Ну ладно, мои дорогие друзья, очень жалко выбрасывать, но выбрасывать придется.